Всем привет! Меня зовут Филипп, это магазин экипировки FlipUp, и сегодня речь у нас пойдет о перчатках. Перчатки условно можем разделить на три типа. Текстильные, кожаные и гибридные. Начнем с текстильных перчаток. Текстильные перчатки у нас сегодня представлены маркой Furigan, модель TD12. Зачем нужны текстильные мотоперчатки? Все очень просто. В них максимально комфортно в жаркую погоду. Они обычно хорошо продуваются, в них по минимуму защитных вставок и очень легко манипулировать ладонью. Они максимально легкие. Однако, для текстильных мотоперчаток есть важное замечание. Они быстрее приходят в негодность, перетираются за ручку газа, за ручки тормоза, вообще за всю рулевую систему. Поэтому даже достаточно приемлемые мотоперчатки текстильные живут не больше 3-4, может быть даже 5 сезонов, в зависимости, конечно, от того, как вы будете их беречь. Перейдем к следующему типу перчаток. Это кожаные мотоперчатки, представленные маркой Sweep, модель Bad Boys. Это одни из самых популярных перчаток в нашем магазине. Почему? Да потому что это не стареющая классика. Кожа и по минимуму внутренних вставок. Отлично сопротивляются асфальтовые болезни. Очень надежные. Я встречал мотоциклистов, которые ездят по 7-8 лет в одних перчатках. И при должном уходе они у них это время отходят. Сопротивление скользячки и надежность. Вот конек этих перчаток. Перейдем к следующему типу перчаток. Это гибридные перчатки, представленные маркой Dynes, модель X-Moto. По сути, это смесь текстильных перчаток и кожных перчаток. От текстильных перчаток им досталась хорошая вентиляция, а от кожаных, там, где нужно защищать, они прошиты кожей. Отличный вариант для тех, кто не хочет запариваться с выбором между первым и вторым типом. И кое-что интересное мы оставили напоследок. Важный момент при выборе мотоперчаток. Это мотоперчатки Sweep Chicane. Как вы видите, они немного отличаются от перчаток, которые мы сегодня показывали. У них вот эта длинная вставка, которая защищает от ветра и дает дополнительную защиту запястья. Такие перчатки важно одевать уже с одетой мотокурткой. Не на все куртки она налезает, не на все куртки она может подойти. Чем больше на них защитных пластиковых вставок, тем лучше они держат ударную нагрузку. Чем больше кожи, тем лучше держит скользячку. Пытайтесь искать компромиссы между этими двумя. Таблицу размеров мы ставим сюда и добавим ссылку в описании. На этом все. С вами был Филипп, канал магазина FlipUp. Подписывайтесь на наши обновления, жмите на колокольчик, оставляйте комментарии и ставьте нам лайки. До скорого!